Привет, друзья, с вами канал Play for Fun, и сегодня у нас в гостях победитель турнира 2 на 2 летного от полка P4F Алка Конь, он же Никита. Привет, Никит. Приветствую вас. Так, давай полетим и параллельно я тебе вопросики задам. Как тебе вообще турнир? Нет, турниры годные. То есть очень интересно, так как вот выступают большинство пар из именитых полков, как ТВГ, как Фуфу, Дизлайк. То есть это гораздо интереснее, чем играть против каких-то рандомных Алешек, которые там нигде себя толку не показали и толком не показали, и вот так. Я понимаю. Ну, как считаешь, вообще тяжелый турнир? То есть в дальнейшем, например, если у нас будет расширяться количество полков, там, например, сейчас не участвовали Дерадлер, ТВГ, Гофу не участвовали. Вот против таких ты полетал бы? Ну, вообще с удовольствием. То есть тебе будет симпатично, если турнир станет еще тяжелее, да, в плане соперника? Это вообще, да. Это проверить свой скилл, так как еще не было никаких, как я пришел в игру, гладиаторов всяких тому подобное. То это будет гораздо интереснее посмотреть, как команда летает, как команда стреляет. Полезно очень. Как раз проверить свой скилл. Ну, так как ты победил в турнире вместе со Смоком, я думаю, все достаточно неплохо у тебя со скиллом. А как тебе вообще Сэмми-лига предстоящая? Вот вы прошли отборочные, групповые. Ну, достаточно так. Потому что считаю, для меня формат это новый. Это вообще для всей моей команды этот формат абсолютно новый. Мы никогда в таком роде не играли. Трудный. Не знаю, что ждать от противника. Ну, ты кого-то набирал из полков или старых знакомых? Ну, вообще у меня как в команде это у нас просто сброд всех на свете. Чувак, ты хочешь играть? Да, я хочу. Не, ну правильно, на самом деле надо таких рандомных игроков тоже учить. Вообще, да, это достаточно сложный турнир. Кого считаешь главным конкурентом в Сэмми-лиге? Ты немного пропадаешь. Так, раз. Во, нормально. Да. Угу. Я говорю, что самые такие конкуренты, мне кажется, это Фуфу, Месты. Так, кто там у нас еще? Тим Ева. Кстати, а дедлайки прошли? А, дедлайки нет. А, не прошли. Увы, не прошли. Да ладно, еще Beginners Лига с начала марта, нормально. Да, надеемся. Там будем мы, там будет Ума, там будут дедлайки как раз. Угу. Все неудачники. Отборочных. Ну, кому-то везет. Мы тоже в отборочных 45-го места, на 7-е поднялись буквально за 13 игр. Не, ну вы молодцы, собрались. Это правильно. Вот это, конечно. А у вас было вот такое, знаешь, давайте еще чуть-чуть очков наберем, закрепимся. Вот, да. Да, блин, вот да это... все палки, по-моему, через это прошли. Предпоследний день у нас был так, что, ребята, давайте мы там на 13 месте, 6 место возьмем, завтра, если что надо будет, зайдем, мы там поиграем. Ну, ок, пошли. Пошли. Первые 2 боя выиграли, все расслабились. Нам там Алешек рандомных накидало. На 7 или там на 8 место тоже поднялись, и потом пошли сливы, 4 слива подряд. Мы в шоке. Потом опять выиграли, потом еще 3 слива подряд. Потом, короче, 40 с лишним мест. 40-е с лишним. Ну все, у нас у всех дезмораль. Уже все. О, да. Не надеется. Ну а потом зашли. На следующий день, последний день. Нас еще там спустили. Те, кто играли. Ночью. Утром или ночью, да. Ночью. Нас еще там спустили. Мы зашли, 2 боя слили, уже все. Ладно, давайте, пацаны, пока. Потом мы такие, нет, мы должны победить. Месты сбоку, видишь, двое? Да.
Кобрах. И все, и мы 13 игр подряд выиграли, взяли 7-е место. Нет, сначала мы взяли 6-е место, а ночью уже нас скинули на 7-е место. Ну что, местов скидываем? Да, конечно, они вроде как самые высокие. Ой-ой, у меня уже все кипит вообще. А, в лайбо... Блин, ну... Ладно, пойду в лаба. Это Кобра, да. Хотя браунинги там сейчас такие... Четурные. Ой-ой-ой. Да, тоже в лаба сходил. Я на дыма. А меня мой сбил. Так, я вниз шел. Так. Еще придешь на наши турниры? Конечно. Конечно, придем. О, помощь, да. Даю. Да. Сейчас я в этом роддоме не играл. Наверное, месяца 4 вообще сюда не заходил, на самый год прилетал. Я даже не помню, что тут делать надо. Лети, стреляй. Помнишь, как сегодня на турнире сказал? Не помню, напомни. Ты сказал, даже этому лоху типа дашь. Это, лети вперед, стреляй. Лети вверх и стреляй. Да, да, все, больше тебе ничего не надо. Так оно и есть. А, да, вот эти рандомные Алешки, которые реально в лоб и стреляют. Ну ладно, выиграли они там. А если вот они в вираж уже входят с тобой. Один закрылок, на один, прикинем. Нормально. Как думаешь, когда я релиз игры? Я даже не задумывался, я даже не знаю. Ну, мне кажется, лет так через 10, наверное, может, 15. С юмором. Нет, ну серьезно, сколько уже? 5-й год релиза нет? Или какой, 4-й? 5-й. 5-й. Почему решил серьезно подойти к War Thunder? Да, потому что мне ничего больше не нравится. Вообще, я вообще в игры... не играю. То есть у меня вот на компьютере уже лет, ну, как War Thunder вышел, можно сказать, месяца через два я его установил, так я больше себе никакие игры не устанавливал. То есть ты играешь тупо в Тундру, да? Да. Да, а чё, я не знаю, я не вижу смысла идти там задротить сильно. Я прихожу после... Раньше приходил после учебы. Сейчас после работы. Работы. Да. Пришел покойник. Вечерком поиграл, пошел спать. Опыт какой-то. Человек, если мне очень понравится, я с ним буду хорошо контактировать, я его спокойно научу летать. Да что такое-то? Критику нанес и все. Да все, он твой, что там. Сейчас, если только не подсосут. О, нет, добивай вообще. Ох, весь. Так что как-то так. Ну ты молодец, смотрю, два. Две помощи, два фрага. А, я летать не умею. Я танкист. Наш танкист, я не отрицаю этого. Просто я не участвую в своих же турнирах. Вот. Не, на самом деле это правильно, что проводишь такие турниры. Это полезно. А мне приятно, что как бы ребята более-менее тебя ведут адекватно. Но подожди. Мне очень приятно. То Лёша пришёл. Лёшка молодец. Вот, мне очень приятно, что наш турнир все более популярен.
Потому что раньше, например, участвовали одни дисла. А, патрон закончен. Так может сейчас упадет, засчитаю тебе. Да, я в него не попал. Гори, фрага сделал уже. Ну, как я тебе говорю, я летать не умею. Я просто 10 лет летал в L2. Турмовик, знаешь такой игру? Да я тоже тут пришел. А, ну все, тогда мне объяснять-то нечего. Почему здесь СБ не начал играть, потому что здесь СБ, но вообще какой-то непонятный. Ты хочешь сказать, СБ тут нет, да? Да, СБ тут нет вообще. Да. Особенно сейчас вот. Да, разработчики полностью отказались, как я понял, от СБ. Угу. Чем в реальной жизни занимаешься помимо работы? Спорт какой-нибудь там? Хобби? Хобби у меня, скорее всего, это реставрация старых Жигулей. Интересно. У меня у самого две Жигулюхи, тройка, копейка. То есть по чуть-чуть делаю, пацанам помогаю, мне помогают. Кто кому инструментом, ездим там вместе по этим, как они называются, металлокассам этим, ищем хром. Ну, главное, тебе нравится. И редкие запчасти, да, это очень интересно. Это прекрасно. Главное, чтобы помимо игры, потому что от игры, сам видел, сегодня подгорало. Да. Но иногда надо отдыхать, конечно, очень сильно. В общем, спасибо, что Никит пришел. Надеюсь, спасибо. Еще раз увидимся. Спасибо, что нас слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Никит, попрощайся. Да, всем пока, ребят. Удачи. И новых побед.